А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игрушку «Машинки против зомби 2», дорогие друзья. Мы с вами в эту игру играли довольно уже таки давно и, собственно, забыли, где мы закончили, так что давайте будем продолжать играть в эту игрушку. Но будем мы играть, ребятки, с самого начала, так как сохранения у меня не сохранились. Давайте с вами нажмем историю. И что же мы видим сейчас, ребята? All survivors. Exodus military base speaking. We can't hold back anymore. Damn. Our last plane will now leave for Refuge Harbor, where an evacuation ship will depart. We urge all survivors to head there now. I need a car. Any car. Ну что ж, дорогие друзья, погнали, посмотрим, что нам нужно сделать здесь. Так, я так понял, ребят, нам надо... Буквально следующее, мы можем купить бензин. И пока, наверное, все. Давайте пока, наверное, какие тут есть тачки. Ого, вот это точило, ребята, только посмотрите. И мороженое, воска есть, и полицейский, и Феррари есть, и джип есть. Вот такой еще раз джип, и фургон, и пожарная, и вот такой вот, ребятчики... Белаз какой-то или кировец. Так, ну что ж, ребятчики, поехали. Собственно, давайте начнем нашу игрушку. Закончился у меня. Так, берем гараж и давайте, наверное, купим новый двигатель. Мозги, ребята. Они хотят съесть мои мозги, эти зомбики. Так, ну что ж, давайте, наверное, купим бензин все-таки. А у меня еще деньги остались на колеса. Можем колеса купить. О, ребятки, посмотрите, как это тащит. $86 у меня есть. Так, неплохо, неплохо. Так, а что мы возьмем? Можем купить ускоритель.
купить в итоге, да, неплохо. Так, давайте, наверное, новый двигатель. Погнали. Самом чекпоинте, где в прошлый раз, ребяточки, мы остановились. Так, я, ребяточки, давайте, наверное, возьмем больше бензина. Так мы сможем намного дальше заехать. Заработали 177 баксов. Теперь мы с вами можем, ребячки, купить новый двигатель, который завезет нас еще, собственно, дальше, чем это планировалось. О, мы можем потратить остальные деньги на коробку передач. Потихонечку на карте двигаемся вперед. Так, ну что ж, довольно неплохо. Так, ребячки, идем в гараж. И здесь, наверное, мы с вами давайте купим новую коробку передач.
И, в принципе, все. У нас ни на что больше не хватает денег. Берем, ребяточки, наверное, ускорение и бензин. Теперь мы с вами можем купить больше всего. Так, а это, ребят, колеса, собственно, и давайте купим, наверное, вот этот вес. Нужен, я пока не знаю, потом посмотрим. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Неплохие показатели здесь у нас. Так, погнали. Скорее, купим.
доезжать до второго чекпоинта. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, собственно, бензин. И ускорение давайте еще возьмем. Не доехали 100 метров, дорогие друзья, бензин у нас закончился. Так, ну что ж, покупаем еще галлон бензина. И давайте лучше купим коробку передач. Переключает передачи. Буквально 10 метров до финиша. Ну ничего, сейчас мы это поправим. Сейчас мы купим галлон бензина еще. Наверное, будет автомобиль следующий. Так, ну что ж, легковушка.
Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, с вами потихоньку будем покупать. Все, давайте купим бензин. Все, все, у меня бензина есть, все остальное будет. Баксов, ребят, это уже не шутка, можно купить новый двигатель, можно купить, ребятчики, новые колеса, отлично. Неплохо. Неплохо, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте, наверное, купим коробку передач. Я так думаю. Потому что все остальное стоит намного. Давайте, наверное, купим новую коробку. Да, в принципе, и все. Пока мы можем.
ребятушки, новую броню мы с вами взяли, посмотрите на сколько. Так, ребяточки, 300 баксов у нас есть. Что же мы купим за них? Можем купить либо пушку, либо ускорение. Давайте, наверное, купим ускорение. Два штучки пускай будут. Очень скоро мы с вами уже доедем до финиша, но пока что нам нужно покупать новые детали. Нам еще нужно купить новую коробку передач, автомат, ускоритель, вес и все, ребят. Еще немножко и мы с вами...
осталось буквально километр до финиша. Так, и собственно, давайте купим все, что нужно. Так, ребятки, осталось нам купить оружие 3 штучки и ускорение 1 и 1 противовес. И я думаю, мы с вами... На 10 метров не доехали до финиша, представляете? Так, ребятушки, осталось купить одно ускорение и, собственно, купить, скажите, как он называется, противовес 1. Ускоритель и обычный.
просто реально невозможно. Так, ну все, ребячки, у нас автомобиль полностью затюнингован, нам осталось только супер, дорогие друзья. Так, ну что ж, можно сказать, ребятчики, что первый уровень пройден. Уже прошло 30 дней. Ого, довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, ребяточки, что я вам хочу сказать. Вот такой вот авто мы с вами открыли. Теперь мы его, собственно, будем с вами тюнинговать. Довольно-таки прикольно. Так, ну что ж, дорогие друзья, но продолжать игру мы, наверное, уже будем в следующий раз. Так что, ребяточки, подписываемся на мой канал. Мы сегодня играли в Зомби Машины 2. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра, ребята. Пока-пока.